Березовский был довольно распространенной в мировой политике фигурой. Он был, так сказать, теневым манипулятором. Многие люди, так сказать, имели такую, ну, что ли, судьбу, да? Ну, например, вот наиболее известный российский пример – это Григорий Распутин. Тоже, так сказать, манипулировал, назначал, снимал министров. Но, кстати, у него была трагическая судьба, как у Березовского. Почему? В какой-то момент он захотел не только назначать и снимать министров, он захотел, чтобы все об этом узнали. А вот Березовский проигрывал, даже вроде бы, казалось бы, выигрышные партии многие, по той же причине. Он, так сказать, путал роли, да, он хотел того, что не бывает на свете. Просто, вот, законы нашей жизни таковы, законы политики. Он хотел быть известным манипулятором. Или ты манипулятор, или ты известный. А вот и того, и другого вместе не бывает. И вот по этой причине может быть в конце жизни вот это разочарование.